В Одессе на взятке погорел очередной чиновник. На этот раз сотрудник местного филиала Укрзалезницы. По данным следствия, железнодорожник требовал у бизнесмена 10,5 тысяч долларов. За эти деньги обещал подписать разрешительные документы. Речь шла о подключении трансформатора железной дороги к объекту бизнесмена для подачи электроэнергии. С поличным сотрудника Укрзалезницы задержали работники прокуратуры вместе с полицией. Повідомити за частиною 3 статті 268 санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.